Всем привет, ребята! Сегодня мы снова встречаемся с котиком Томом и с кошечкой Анжелой. Ребята, котик Том сегодня хочет пригласить на свидание Анжелу. И вот сейчас мы посмотрим, как он будет готовиться к этому свиданию. А потом зайдем в гости к Анжеле и посмотрим, как же наша модница Анжела будет готовиться к этому свиданию. Итак, сейчас посмотрите, наш котик Том приводит себя в порядок, потому что он стал очень-очень грязным. К нему слетели столько мух. Но для свидания, чтобы очень понравиться кошечке Анжеле, Тому надо быть чистым. Вот так сейчас Том купается, как тщательно вымывает себе шерстку всю, чтобы быть самым красивым котиком. Вот такой наш Томик. Здорово! И перед тем, как начать примерять одежду для свидания, наш Томик должен подкрепиться, потому что он очень-очень проголодался. И сейчас посмотрим, что же хочет покушать наш Томик. А Томик захотел съесть вкусное спагетти. И супик с морепродуктами скушал. Очень понравился Тому супик. И еще скушает арбузик. Вот какой вкусный арбузик. И наш Том вырос. Томик получил 39 уровень. И в честь этого захотел съесть еще вот этот вкусный-вкусный сладенький тортик. Отлично, Томик, ты наелся? Нет, он захотел еще выпить чая. Вот такой вкусный завтрак был у нашего Тома. Пиццы он уже не хочет, он очень-очень наелся. Наш Томик доволен и теперь может примерять костюм для сегодняшнего свидания. Он очень хочет понравиться Анжеле. Что Томик переходит в гардероб, у него столько много нарядов. Вот у него новая радужная шерсть появилась, ему очень нравится. Но он, конечно, выберет другую шерстку для свидания. Снимем тебе очки от солнца, чтобы было видно твои красивые глазки. Итак, начинаем примерять костюм. Вот у него есть очень красивый костюм для романтического свидания, но этот он оденет, когда будет делать предложение нашей кошечке Анжеле. А сейчас он выбрал. Что же выбрал наш Том? Посмотрим. Он оденет сегодня на свидание вот этот классический костюм. Замечательно выглядит наш Томик. Вот такой красивый котик. Ну что же, Томику нужно выбрать шерсть. Какую же шерстку выберет Томик? У него очень много разных шерсток. И он выбрал вот эту сиамскую шерсть. И теперь он выберет цвет глаз. Какой же цвет глазок выберет наш Том? Он решил сегодня быть на свидании с голубыми глазками. И, конечно же, посмотрим, какой же головной убор он выберет или какую прическу. И наш Томик выбрал вот эту белую фетровую шляпу. Наш Том не отразил. Здорово, Том, ты красавчик. Анжеле очень понравится, да? Том очень доволен своим выбором. А вот и наша Анжелочка. Доброе утро, просыпайся. Томик уже подготовился, а теперь очередь Анжелы. Анжела чуть дольше спит, чем Томик. Вот сейчас она примет ванну и тоже будет собираться на свидание. Конечно же, Анжелочка каждое утро принимает ванну, чистит зубки. Она очень следит за собой и за своей красотой. Анжелочка чистенькая, готова теперь завтракать. Сегодня Анжелочка захотела скушать сладостей и зашла в ближайший магазин купить вот таких сладостей: корзинку печенюшек, мороженое и конфетки. Ну и вот Анжелочка. Скушала Анжелочка печенюшку. Анжела очень любит эти печенья с шоколадом.
конфетки скушала наша Анжела. И вот это замечательное мороженое, которое очень-очень любит Анжела. Наелась сладостей, теперь надо почистить зубки. Чистит зубки и будет потом Анжела примерять наряды для свидания. У Анжелы очень большой выбор нарядов, и она должна выбрать самый-самый красивый. Правда, Анжелочка? Анжела очень довольна, что котик Том пригласил ее на свидание. И сейчас она будет наряжаться. Посмотрим, что же из платья выберет Анжела. А выбрала Анжела. Как много у нее нарядов, что же она выберет? А выбрала Анжелочка вот это вот красное платье. Отлично подходит к красным туфелькам. Здорово. Шерстку Анжелочка хочет белую оставить, а вот прическу выбрала вот такую. Вот такие замечательные длинные светлые волосы у нашей кошечки. Ну что же, какой же цвет глазок, Анжела, ты хочешь подобрать? Смотрим, какие же глазки выберет Анжела. Анжела выбрала вот эти красные глазки под цвет платья и туфелек. Замечательно! Анжелочка очень довольна, и сейчас она сделает макияж. Вот такой макияж делает наша Анжела. Яркие розовые щечки. Анжелочка захотела вот такие розовые тени накрасить. Вот, отлично. Красивые глазки у Анжелы. И выбрала коричневую тушь. Вот, Анжеле очень нравится ее образ. И добавила немножко черненькой. Вот так, отлично. И сейчас какую же губную помаду выберет наша Анжела? Она выбрала самую яркую красную помаду. Вот так. А теперь-ка, Анжела, давай покажись, какая ты красивая. Вот так Анжелочка собралась идти на свидание в таком наряде. Здорово выглядит наша Анжела. Мне кажется, она уже готова идти на свидание. Вот, посмотрите на Анжелу, на Томика. Они сейчас захотели еще покушать. Анжела, как всегда, ест свои сладости. Съела шоколадку, а Томик съел вкусный круассанчик. Том наелся. Пока Анжела чистит зубки, Томик сейчас купил себе сжигатель жира, чтобы выглядеть постройнее. Потому что Том немножко переел и хочет быть стройным. Вот такой наш Томик. Ну что же, у них сегодня будет свидание. Пожелаем им удачного свидания. Все, котики, пока-пока, ребята, пока-пока.